Привет, Фредди. О, привет, Бонни. Ты не видела Фреддика? Он опять не надел костюм. Да ты же его знаешь. Да. Но рано или поздно мы его найдем. Это сложно чисто, что он не надел костюм Фредди. О, ну ты нашел. Нет, так почему тебе поискать где-нибудь еще? Охранник, я тебе такую тряпку устрою. Ай, мои глаза, черт! Что, ты видел охранника? Да, вот охранник, тот сидит. Нет, это же Фредди. Нет, это охранник. Он использует такую маску, как сканер. Ты сам знаешь, как он выглядит. Ай, блин, если это он, почему он светит глаза мне прям в глаза? Очевидно, ты его пугаешь. Я его пугаю? Я же такой тряпку сейчас устрою. Успокойся. Нет, я единственный тот, что даже на месте могу устроить маскировки. Эй, бомбон, давай победим. Я не знаю, это Фредди или нет. Сердце мне не хочет мне слопнуть. Меня это хватит. Покажи, что ты им охранник. Это игрок пистолет. И что? И то что? И где Фредди? Я его не могу найти. Фредди. Фредди! Что? Погляди! Теперь находится два Фредди. Лёва, не, мои места, я тебя ударю. Ребят, почему здесь происходит? Мы же охранника. Он и есть охранник! А мне кажется, что это Фредди. Ё-моё! Ты Фредди! И куда ты направился? Да пошли вы все нафиг. И я не понял, что ты посмотри. Бонни, слушай. Стоп, ты где сейчас? Бенак, что сейчас? 5:59? Вот ваш охранник! Охранник? Охранник? Не-не-не, Фредди, вы меня не поняли, а, нет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.